Ананасова. Привет. Никто не видел, как ты на брюхе ползла по грязи, просила случайного водителя подвези, как сквозняк у тебя из уха в ухо сквозил. Никто не видел, как тебе санитары кололи аминозин, как тебя пинала стая тупых верзил, хохотали, кричали: лицемерная дрянь, встань. Никто не видел, как ты лежала в комнате мертвяком, как выходила из тела душа легко, как пол сливался под тобой с потолком, как плакала мама, готовя очередной укол, как мир вокруг тебя становился унылый гол, а ты сверлила тупеющим взглядом в окно, блять, все одно. Никто не видел. Не видел, как ты кусочек плоти души 100 грамм разбрасывала себя по улицам и дворам, как ты бежала из подворотни в храм, какой погром тебе учиняли, какой бедлам, и каждый, кто говорил тебе не предам, валил от маски, выдумывая в попыхах от греха, как я. Никто не видел, как ты просилась в любой подвал или конуру, как умоляла чертей доесть тебя поутру, как мысленно изучала свой синий труп, как сторонилась подруги твоих леденеющих рук и масляным голосом пели вечером на беру, а после стряхивали тебя, как собаки грязь, слазь. Никто не видел. Не видел, как ты, собрав себя в кулаки и сжав, через неделю стала приветлива и свежа, как догорал в тебе потихонечку божий жар, как все живое в тебе постепенно сохло, как ты смеялась и неестественен был твой хохот, как кто-то крикнул: не кисни, рохля, а ты не знаешь, судьба ли похли, но ты опять будешь полудохлой лежать, и ад тебя будет. Грызть, как дворовых псов с вора, никто не увидит. Никто не увидит. Никто не видит. Лишь бы эта жизнь оказалась последней. Я не гений, не обыватель, просто полупроводник определенных сил, что во мне живут. Синим морозным июлем я все еще тут, что-то сродни перевозчику через Стикс. Я помню все человечество поименно, и поэтому не пытайся меня спасти. Я ужасно боюсь быть опять спасенной. Я была и правым воякой, и нищим калекой. Я была единственной зрячей, когда остальные слепы. Я плыла с Одиссеем от самой Итаки, проходила пешком из варяг да в греки. Я читала знаки, любила руки, искала драки, охраняла чужие гробики и гробницы, жила по монашескому уставу, была на учете в детской комнате милиции. Лишь бы эта жизнь оказалась последней, я так устала. И, пожалуйста, не надо со мной спорить, я дам въебало. И раздражением я открываю глаза. Рядом с собой я вижу тебя. Я ненавижу утро, я ненавижу день, я ненавижу вечер с самого утра. И если вдруг однажды тебя собьет трамвай, мне сообщат, что ты мертва, я скажу: ура! Я хочу, чтоб ты ушла, чтоб отстала от меня. Хочу, чтоб ты ушла, чтоб подъебалась от меня. Я хочу, чтоб ты ушла, я хочу, чтоб ты ушла. Я ненавижу тебя, я не люблю тебя. И вот однажды ты придешь с работы и обнаружишь, что меня нет дома. Тогда я позову всех своих друзей, и мы будем
Warcraft, ты повесилась в лесу. Повесилась в лесу. Сука, я не могу, блять, сдержать свой смех и смеюсь. Я хочу, чтоб ты ушла, чтоб отстала от меня. Я хочу, чтоб ты ушла, чтоб отъебалась от меня. Я хочу, чтоб ты ушла. Я хочу, чтоб ты ушла. Я ненавижу тебя и не люблю тебя. Ненавижу тебя и не люблю тебя. Я ненавижу утро, я ненавижу день. Сообщат, что ты мертва. Я скажу: ура! Пока.